Я уверен, что сегодняшний день заставит нас вспомнить тех, кто не пришел с полей сражений, и не только Афганистана, и других локальных войн за пределами нашей страны. Они уходили в Афганистан защищать интернациональные интересы своей страны. О войне среди однополчан стараются не говорить, хотя память волей-неволей возвращает туда. Воспоминания порой не дают спать, бередят сердце и душу, признается ветеран боевых действий Владимир Хаджаев. Со словом «Афган» многое связывает. Суровые испытания, потеря боевых товарищей, раны. Бывает ночью просыпаюсь в холодном поту, бывает еще, до сих пор. Выстрелы пугают. И хотелось бы как можно было меньше. Вот лучше пусть салюты будут. Минута молчания и выстрелы орудий в честь погибших героев. Ежегодно в сквере боевой славы собираются и те, кого, казалось бы, в мирное время война лишила самого близкого – сыновей. Боль такой потери невосполнима. Лидия Веремеенко до сих пор не может смириться со смертью своего сына Юрия Веремеенко. Он погиб при выполнении очередного боевого задания по перевозке личного состава. Вертолет был сбит противником. Проявив самообладание и решительность, до последней минуты боролся за жизнь раненых членов экипажа. Помогал командиру посадить горящий вертолет. За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды. Этот день скорби, день тяжелого переживания, потому что за месяц, вот до 15 февраля, всегда очень тяжелое настроение и слезы, и все. Я уже утром, я сейчас нахожусь в санатории, утром там читала, что буду, я уже там наревелась, тут пришла одна плакала. К мемориалам воинской славы возложили красные гвоздики. Они – символ памяти о пролитой крови солдата.